Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня начало обзора игры, говорящий о том, бег за сладостями, скажем так, или бег за конфетами. И посмотрим предысторию этой игры, и потом уже начнем ее проходить. Итак, знакомимся. Говорящий том, друзья его открыли магазин сладостей, но вот этот вот воришка ограбил его опять. Смотрите, поел все сладости, там что-то в мешок засунул, что-то, в общем, поел. Том такой недовольный, решил ему отомстить. И получится ли у него это, как вы думаете? Сейчас мы это узнаем. Так, вот, смотрите. Получается, это у нас выпадают у него из мешочка сладости. Вот так вот мы перепрыгиваем через препятствие. А, получается, мы должны двойной прыжок сделать. Это мне напоминает, вот была игра такая, по печеньке, то есть бег печеньки, да? О, смотрите, мы его догнали. Нет, не догнали, не показали нам это. Но три звезды у нас есть. А так вот, это для тех, кто говорит, что игра похожа на Говорящего Тома, там передрали и так далее. Это игра от разработчика Говорящего Тома, а поэтому они просто решили сделать ее немного в другой манере. Не на таком узком экране, как бы вот как обычно, а вот на таком широком, скажем так, где уровни нужно проходить, как вот буквально вчера про Леди Баг. Опа! А, я записывал, ну не в смысле... Ага, еще нужно нажимать и держать. О, так опять. Опа-па. Так, а здесь нужно прыгнуть, наверное, да? Так, вниз. Ну, в смысле про Леди Баг, там тоже по уровням мы вот так вот проходили, да? И вот первый, второй, третий, четвертый, пятый там и так далее. Интересно узнать, сколько здесь уровней. В конечном итоге можно ли их пройти как бы все. Или будет тоже вот бесконечный режим. Как-то так интересно, эти две игры почти одновременно появились, и у них задумка, скажем так, очень похожая. Здесь тоже, видите, вот, а для того, чтобы получить там 1, 2, 3 звезды, нужно собрать 200 вкусняшек этих леденцов. Ну, надеюсь, получится. Игра красивая, милая, как и все вот эти разработки компании Outfit, которая очень нравится, в принципе, всем. Я никак в последнее время не добирался до Talking Tom Gold Run, то есть, ну, бег за золотом Говорящего Тома. Но вот сейчас поиграю в другую игру, очень похожую, вот это вот она, да? И постараюсь ее полностью пройти. А, так, нам уже говорили про двойной прыжок. Ой, смотрите, сколько здесь всего интересного и вкусного. Все, получается, я вот 200 собрал, даже больше, чем нужно, да? 370, получается, монет. А вы видели, у меня 20 тысяч монет. Откуда они у меня взялись? Наверное, нужно будет что-то покупать, там улучшать. Интересно. А теперь нам нужно вот таких вот кусочков торта, да, взять. 35 штук на 3 звезды. А, не успел прочитать, что это у нас. Ну, наверное... А, подождите, я теряю энергию. Ну, так это точно, вот видите, как бег печеньки, да? То есть, там тоже была энергия, которой постоянно не хватало. И в этом вся сложность. Опа, вот, я ее заполнил. Ну, в данном случае не энергия, тут, ну, типа у нас жизни, да? Ну, все, как бы собрал, энергия. Это обучающий уровень никуда не делась от нас. То есть, пока все просто и понятно. Вот. Та же самая про Леди Баг игра, она была немного тяжелее, как поначалу. Посмотрим, как будет дальше. Там вот какие-то призы у нас уже будут, да? Так, нам нужно собрать теперь 30 pink cookies. То есть розовые печеньки, да? 30 розовых печенек. Наверное, что они будут здесь не только розовые. Так, ого, какое большое. Такое не перепутаешь, я уже думал, как бы его не перепутать с нерозовыми. Оказывается, все гораздо тут
проще, да? Ай, не допрыгнул, вы видели это? Не допрыгнул. О, сразу три, здесь три. А здесь четыре, ух ты, класс. А, здорово. Сколько у меня их уже здесь? О, все, уже 30. Даже запасиком взял. И смотрите, сколько много монеток заработал. 1190, да? Это вообще просто много. Как по мне. Это был 5-й уровень, и вот у нас уже начинаются уровни с призами. Это здорово. Нам нужно собрать 260 клубничек. Попробуем. Главное, чтобы энергии хватило. Вот она энергия. При любой возможности ее нужно брать. Иначе потом можно пожалеть, если где-то пропустишь ее. Вот так вот. Как видите, даже с самого начала не было проблем вот как бы с управлением. Я его быстренько настроил и фактически без ошибок пока вот бегу. Почему-то все время аналогию с этой Леди Баг провожу. Там как бы вначале было тяжело мне вот... Ой, управление настроить. Я там пару раз врезался, а здесь пока все нормально. Вот опять три звездочки, монета куча и сундук какой-то красивый, да? А в нем? А что в нем? Анжела! Hi, I am Анжела. Привет, я Анжела, да? И 5000 монеток. 50 бриллиантиков. Ух ты, вот это подарок. Вообще класс. Так, а теперь мы можем зайти вот в персонажа. Наш Том уже устал догонять этого злодея, да? Поэтому можем взять Анжелу, пускай Том немного отдохнет. И как видите, мы тоже можем его улучшать, как и в этом бег печеньки. Ну, побег печеньки. Там тоже мы персонажа улучшаем. О, а здесь 6 из 10. Интересно. Выбираем. Это, наверное, нам какие-то картинки нужно будет наклейки открывать, потом их улучшать. Или покупать. Я думаю, мы пройдем еще несколько уровней и узнаем об этом. Кстати, вон там уровень у нас капает, да? Вот видите, единичка и почти до половины уже. В общем, пока больше вопросов, чем ответов. Ну, игра прикольная. Мне нравится проходить игры, которые вот, ну, по уровням вот идут. То есть никогда бесконечный бег, то есть бежишь там как бы, не прекращая, просто рекорды ставишь. Фактически тогда как бы, о, магнитики тоже есть. Тогда получается, что, ну, за один обзор ты можешь всего там один раз пробежать просто очень долго. А так вот, допустим, я знаю, что мне нужно, допустим, сегодня пройти 10 уровней, ну, к примеру. И я их прохожу, и мне интересно вот там ставить какие-то рекорды, прохождения и так далее. А вот которые бесконечные, это все-таки, ну, не так интересно. Поэтому я рад, что вот выпустили такую игру. И Леди Баг я тоже буду проходить все уровни. И вот здесь тоже я постараюсь пройти все в ближайшее время. В общем... И Том с Анджелой мне нравится. Давайте откроем еще один сундук. Что это такое? Еще 5000 монет. И еще бриллианты эти. Так, интересно, это какой-то типа бустер? Да, наверное. Да, получается какое-то сердце у нас. Выбираю его. И оно теперь будет с нами, я так понимаю, в забеге, да? Но это тоже как бы все-таки вот с побега печеньки передрали. Там тоже, помните, у нас были печеньки, да, и были помощники, то есть их нужно было и тех улучшать. Ну, как бы, главное, что все сделано хорошо и красиво, а то, что там где-то есть какие-то совпадения с играми, ну, как бы, что же делаешь, во многих играх есть много чего похожего. Опа. Ой, а здесь я, получается, не могу перепрыгивать вот туда вот эти вот, как их сказать... плиты, да? Вот они уже появились, их раньше не было. У
общем, главное, чтобы игра была интересна, потому что многие игры похожи, сюжет у многих похож, поэтому то, что я провожу аналогию именно вот с Cookie Cats, то... Ай, а, можно вот, оказывается, я не... Ой-ой-ой-ой-ой. А смотрите, а вот это класс. Ай, две звезды, а это не класс, я пропустил. Класс то, что буквально чуть-чуть не хватило, да? Класс то, что как бы если ты врезаешься, ты не сразу погибаешь, как вот бег печеньки. Ты просто теряешь много энергии, да? Вот получается... Пока я рассуждал, хорошо или плохо, то что... Вот здесь я как бы ну, не знал, что можно вот так вот поверху. И вот если бы я внизу, в первом этом, в самом начале взял бы эти тортики, то я прошел бы дальше. Я также не знал, что вот эти плиты, в них, в общем, не врезаешься, да? Если даже ты снизу запрыгиваешь наверх, то как бы ничего страшного. Вот успел, отлично. Супер. И вот, все. Со второго раза, в принципе, все хорошо получилось. Молодец, Анжелотлика. Мне бы хотелось таки узнать, как тебя улучшать. А у нас какая-то коробочка такой не было, да? Вот, видите, плюс две наклейки именно вот этого сердечка. Плюс монеток всего мало так, и плюс 7. А, это потому что типа как деревянная или бронзовая какая-то шкатулка это. А до этого у нас были крутые какие-то. А, вот, что это? А, видите, обычная вот... Довольно-таки часто можно ее взять. Зелененькую можно купить за 10 тысяч монет. А вот еще есть типа редкая, эпическая и легендарная. Ну и соответственно различные расценки там на все остальное. Ну прикольно. Нам говорят пока купить такую, да. Хорошо. Вот, 10 наклеек, это типа так было и задумано для Тома. И 10 для Анжелы. И 15 тысяч монет, то есть даже больше, чем мы потратили. 150 бриллиантиков. Класс. Я еще купил парочку, если бы у них было столько же. Теперь захожу сюда. И мы будем улучшать своих персонажей. Так, и смотрите, энергия у нее получается... А, еще и повар есть. Допустим, улучшаем. Энергия чуть-чуть увеличилась, видите, уже 3,5. Прикольно. Но для следующего уровня уже нужно 25 карточек. Так, то же самое наш Том. У него 3 энергии. Улучшаем. Вот уже 4. То есть энергии... Он классический... Ну, типа... Бегун за конфетами. А Анжела у нас какая? А, получается, что... Она получает какой-то бонус каждые 11,8 секунд. В общем, пока разбираемся. Уровень номер 9. При призах обычный опять сундук. А на 10 уровне будет опять зелененький такой вот, как я покупал. Пока все просто и понятно. Видите, у Анжелы теперь энергии уже больше намного. Ой, я забыл вообще, отпустил палец управления, чуть не врезался. Заговорился, называется. Ой-ой-ой, вы это видели? Чуть меня там этим крюком из-под крана не прибили. Так. Вот я помню, играл в Cookie Run, бег печеньки, или побег. Там у меня вот иногда бывал такой глюк, то есть управление чуть-чуть или задерживалось там, или не срабатывало. Из-за этого я как бы вот бывало врезался. А вот здесь такого нет, то есть я вот бегу, сколько раз я уже вот, сколько уровней прошел там, играю. То есть еще ни разу не было никакого глюка с управлением. И это здорово. Это значит, что игра как бы доработана, никаких там в ней нет проколов. Можно играть и получить просто удовольствие от нее. Что, в принципе, я и делаю. А вот еще у нас что-то. А, так, у нас есть дневные миссии, то есть нам нужно... собрать какие-то Orange Jelly Bean, вот такие вот леденцы, типа, или как это называть, ну, желейки, да, 100 штук, а улучшить любой
любого персонажа и разрушить какие-то объекты, да? В общем, задания такие вроде бы несложные, но я не факт, что успею их выполнить. Я думал последний уровень пройти и все. А у нас вот задача, видите, 1100 желеек собрать. Ничего себе. Ну, как бы хотя бы одно из этих ежедневных заданий я выполню. Потому что там было всего 100 желеек мне этих собрать. О, так, слушайте, как классно. А? Сколько их много, ничего себе. О, это вообще супер, смотрите. Это тоже было в Cookie Run, помните, да? Когда я превращался в большую такую печеньку и все тут топтал. Да. Энергия пока есть. Ай-яй-яй-яй. Не рассчитал чуть-чуть. А-ха-ха-ха-ха. Еще было бы неплохо где-то найти... А, где расстояние, чтобы я видел до конца трассы нашей. О, смотрите, все, 1100 собрал. Я думал, не успею. И монеток большая куча, вот 2700. И сундук. И 1100 желеек там. О, вот плюс 2 сердечка этих. Монетки. Ну, конечно, в этом сундуке было меньше, чем в предыдущих всяких там сладостей и плюшек. Так, я 11 уже сегодня не буду проходить. А, смотрите, вот, видите, собери 100 оранжевых желеек этих. Собрал и получил 5000 бонус. Ну, остальные, к сожалению, эти дневные задания я не выполню. Просто уже нет на них время. Ну что ж, друзья, мой вердикт, игра вообще классная. Что самое главное, полностью доработанная, в плане того, что нет никаких люков, проколов там. Пока мне еще ни разу даже реклама не выскакивала, на удивление. Хотя обычно вот в том «Бег за золото» реклама выскакивает довольно-таки часто. Поэтому всем советую. Ссылочка на эту игру в описании к нашему видео. А если она вам понравилась, если понравилось наше прохождение, о, видите, Central Park будет скоро откроется, то поддержите это видео своими лайками. Пишите комментарии, не забывайте делиться с друзьями, также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. Очень скоро я постараюсь там раз в 2-3 дня записывать эту игру. А у нас продолжение, он эпический сундук даже в конце, да? Поэтому оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока, до новых встреч!